Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, к мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, а кто и огороду рад. Где зеленеет травка, а где еще снежок лежит, и воздух так весной манит, природа снова обещает любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны, прекрасное творение, и соловьем запеть готов, в очарование погрузиться и жизнью милой насладиться. 10 апреля, день Иллариона. Преподобный Илларион от юности возложил на себя иго иноческого жития, побеждая страсти плотские воздержания, уйдя в затвор и много лет пробыв в безмолвии. Просветившись бесстрастием, превзошел добродетельностью жизнью всех монахов, совершил много дивных чудес, словом своим отгонял от нив и виноградников животных, молитвою останавливал сильный град и низвел на землю дождь во время засухи. Подобно пророку Елисею, разделил реку и многое иное. Сегодня рвали мать и мачеху, готовили на ее основе различные снадобья. Считалось, что это растение покровительствует сиротам и помогает им преодолеть одиночество. Была легенда, посвященная этому растению. Была дочка у одной женщины, и она ее очень любила. Но девочка умерла, и из материнской любви появилось растение, которое мягкой стороной листа укрывало могилу дочери. Была у этой женщины еще и падчерица, которую она не любила. Поэтому другая сторона листа была жесткой. Сегодня рекомендовалось в обязательном порядке почистить пруд. Предварительно следовало перекреститься, чтобы водяной в омут не утянул. Около пруда сегодня не рекомендовалось ссориться и ругаться. Приметы. Дождь в этот день хорошему урожаю. Туман и иней сегодня утром предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков. Глухой и продолжительный гром к дождям в ближайшее время. Сороки сидят на верхушках деревьев к теплу. Дождь в этот день к хорошему урожаю. Чайки сегодня над домом летают. Лед на реке тает. Там.
Mm-hmm.